Гаражный кооператив на улице Санаторная – это исключение из правил, говорят члены рабочей группы. Чистота, порядок и даже уют в месте для хранения автомобилей. Свет в окнах говорит о том, что эти гаражи давно стали жилыми домами. Межведомственная комиссия намерена проверить и тех, кто выбрал это место для проживания, и сами объекты на предмет безопасности. Внешним осмотром было установлено, что данный гаражный кооператив эксплуатируется не по прямому назначению, что является, соответственно, неким нарушением, так как при смене функционального назначения необходимо обеспечивать соответствующие требования пожарной безопасности как к жилым домам. Впрочем, в остальном здесь все хорошо. Есть и огнетушители, и песок, и даже все коммуникации подключены правильно. Правда, такую высокую оценку члены рабочей группы ставят далеко не всем объектам. Обследовать гаражно-строительные кооперативы выехали по поручению губернатора Краснодарского края. Обследовано 87 гаражных строительных кооперативов. Возбуждено 2 уголовных дела. Составлено 111 административных протоколов по самым различным основаниям. Это и нахождение на территории Российской Федерации с нарушениями. Всего же предстоит побывать в 177 гаражных кооперативах. Предыдущие визиты показали, что в местах для хранения машин не только живут люди. Часто в рядах активно развивается не всегда законный малый бизнес. Вместе с этим нарушение в использовании, к примеру, баллонного газа. Свои задачи рабочая группа в первую очередь ставит выявление подобных случаев и, как следствие, создание безопасных условий для сочинцев. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.